строит коллектив государственного унитарного предприятия «Город электротранс». Троллейбус следует по маршруту номер 26. До конечной остановки – Московские ворота. Следующая остановка – Софийская улица. Софийская улица. Следующая остановка – Братская улица. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Электронные проездные документы прикладывайте к валидаторам, расположенным на площади. Остановка – Пражская улица. Следующая остановка – станция метро «Проспект Славы».
станция метро «Проспект Славы». Следующая остановка – Будапештская улица. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе.